И не забываем об ароматерапии, уважаемые дамы и господа. Пожалуй, самое мощное масло ароматическое, аромамасло, это масло чайного дерева, которое можно использовать вот в таких аромалампах. Можно кулончик на груди носить, в этот кулончик капнуть капельку этого ароматического масла и закрыть небольшой такой ваточкой и носить под одеждой. А можно разводить, если вы стопроцентное масло чайного дерева покупаете, то развести на 10 мл любого другого масла, лучше масло зародыша пшеницы, и у вас получится 11 мл рабочего раствора. Смазать преддверьями, передние носа, шеи обработать. Можно обрабатывать руки, растирать капельку масла в руках и дышать этим. Масло чайного дерева в 10 раз мощнее спирта по воздействию на вирусы, бактерии, грибы. Вот это вот ароматерапия. Ну, сейчас, честно говоря, грех не пользоваться ароматерапией. Пусть от вас пахнет маслом чайного дерева, а не Шанель или еще чего-нибудь и так далее. Понимаете, да? Вот, и тогда у вас больше шансов переболеть в легкой форме, больше шансов вообще не подхватить вирусную инфекцию, потому что человек больной может чихнуть в аудитории, где 10 человек, но контагиозность 2,5. То есть один больной заражает 2,5 небольных человека. Вот такая контагиозность короны. А что же тогда о всех остальных говорить? А у них иммунная система сработала.